Набираем 1000 лайков, и вечером я устраиваю стримчик. Здарова, клэшеры, с вами как всегда я, Армон, и сегодня, ребят, я нахожусь на своем аккаунте, который находится на первой арене в игре Clash Royale. Да, наконец-таки мне удалось спуститься на первую арену, так что ставьте лайк за это. Вот, и, собственно, сегодня мы вместе с вами будем тестировать хижину варваров против нубиков. Посмотрим, что у нас из этого получится и как вообще, вот, нубики, в кавычках, конечно же, нубики, будут реагировать на кучу-тучу варваров. Так что, ребят, ставьте лайки. Кстати, напоминаю, что есть... Если 1000 лайков до вечера мы наберем, то у нас вечером будет стримчик. Так что, если вы ждете стримчика, то ставьте обязательно лайкосики. Вот. И, собственно, ребят, у меня только сегодня хижина варваров. Но если вы хотите, мы можем вместе с вами устроить целую прям фан-атаку варварами на первой арене. Так что напишите об этом в комментариях. И хочу напоминать нашу вот традицию, которая связана с этим первоареночным аккаунтом. Если вот под этим роликом мы наберем 20 тысяч лайков, которые вот вряд ли произойдет, то я спущусь на первую арену из своего основного аккаунта и, собственно, буду фаниться из своего основного аккаунта, ну, против нубиков. Посмотрим, что у нас из этого получится. А вот, и прежде чем начать наши атаки, давайте сделаем так. Если хотите попасть в следующий ролик, как вот эти чуваки, то напишите свои крутые мнения в комментариях, и, возможно, именно вы будете в следующем ролике. Так что жду не с терпением, ну, а мы... Погнали, ребятушки, погнали, посмотрим, что у нас тут получится. Так, поиск идет, конечно же, довольно-таки долго, ну, это естественно, потому что подбор противника, ну, тут, ну, не знаю, вот система пытается выбирать для нас более-менее подходящего соперника, но это не всегда так получается. Иногда получается первый чувак, иногда четвертый, а сейчас седьмой. Но мне кажется, что седьмой чувак не будет играть, ребят. Сейчас давайте-ка посмотрим. Если он не будет играть, то мы, собственно, остановим наш ролик. И, собственно, я вот подожду, пока бой закончится, найду нормального противника и вернусь. Да? Так, седьмой чувак, ты будешь играть? Вроде как играет, ребят. Вроде как нет. Ну, не знаю, ребят, сейчас давайте посмотрим. Но не, мне кажется, что он не играет. Так, ну, чувак, давай сделай что-нибудь. Алло, ты будешь играть, не? Ох, не, чуваки, к сожалению, вот седьмой чувак тоже сливает свои кубки, так что... Давайте я остановлю запись, и когда найду нормального вот нубика, то будем продолжать, ребят. Так, ребят, вроде как попался чувак третьего уровня, и сейчас посмотрим, что у нас из этого получится. Вообще, вначале я буду пытаться дефаться, ну а потом уже, собственно, пойдем, ребятушки, мы в атаку. Итак, что мы делаем? Сначала будем активировать вышечку, потом уже будем спамить уже нашими варварами. Посмотрим, что у нас из этого получится. Так, сейчас вот немножечко дефчик, небольшой такой дефчик, ребята, то сейчас будет кирдычок. Так, ведьмачок, ведьмачок, иди нахрен. Ох, ребят, вроде как отдефался, но вроде как нет. Ну, не знаю, сейчас чувак пусть будет пытаться дефаться от моих варваров. Хотя, на самом-то деле, ребят, было бы покрасотище, если бы я вначале прям попробовал отдавать вышечку, чтобы потом чувак не слишком уж жестко страдал. Ну, ладно, пока что, ребят, подождем. Чувак тут решил с другой стороны напасть. Оу, вот прям жестко. Жесткий чувачок, ребят, нам попался, прикиньте. Окейшки. Так, минус принц, значит. Так, запчик. Есть такое дело. Давайте еще одну хижину варваров тут мы понаставим. Ладно, пусть там с другой стороны возьмет чувак мою вышечку. Но я так понимаю, он так и не хочет, да, взять вышечку. Ну, чувак, возьми вышечку, алло. Ха-ха, лол. Ладно. Ставим еще одну хижину варваров. И сейчас наши варвары, ребят, будут прям спамить, 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 спамить по полной программе. Ну, чувак, давай, защищайся, алло. Не, по ходу дела, чувак тут решил немножко не защищаться или защищаться. Ну, не знаю, ребят, не знаю. Так, можно, в принципе, уже клонировать наших чувачков, а то я так понимаю, сейчас... Да, ребят, смотрите, изи, ну, чувак, какого хрена ты не стал защищаться-то, а?
Окей, ребятушки, окей, ну, первая атака у нас получился такой себе. Если честно, я ждал, что наш противник будет как бы, ну не знаю, ну как-то реагировать на наши варвары, будет как-то защищаться от них, но на самом-то деле он вообще не пытался даже ничего делать. То ли не понял, что тут надо делать, то ли не хотел ничего делать, но во всяком случае мы тут затащили прям на эти и не получилось у нас память вот прям с большими количествами варваров, вот. Ну ладно, ничего страшного, ну давайте-ка подождем, найдем еще одного соперника, посмотрим, что он будет нам сказать, да, в плане защиты. Вот, кстати, тут у нас советики новые появились, я так вижу. Так, и третий чувак, снова-таки третий чувак, тут кореец, то ли китаец, вот не знаю, напишите, кто он у нас такой. Ну а мы сейчас давайте-ка попробуем начать. Что будет делать наш противник? Давайте-ка вот так вот. Типа, ох, случайный запчик. Вау, 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 чувак, потише. Давайте-ка стрелами сейчас попробуем мушкетку загасить немножко. Смотрите, как же хорошо получился, ребят, загасить. Прям вообще топово получился, я бы даже сказал. Стрелы прям ровно минус мушкетка. Ладно, сборщик эликсира, ребят, поставлен у нас. Далее, можем еще один сборщик поставить. Да, пусть чувак там будет фаниться, пусть попробует взять нашу вышечку, а мы в то время будем спамить нашими сборщиками, посмотрим, что у нас из этого получится. Ну ладно, пусть возьмет, я пока что мешать не буду. Угу, окей, давайте еще разочек запанем. Вот так вот, окей, к нам еще один гигант припер. Ну ладненько, так, давайте хилочку, типа вот такую вот нубярскую хилочку скинем. Ставим еще один сборчик эликсира, окей. Ну и сейчас, ребят, уже потихонечку мы будем начинать спамить нашими варварами. Да или нет? Не, пусть чувак возьмет нашу вышечку. Пока что будем поддаваться, так скажем. А вот, ну а потом уже начнем спамить. Вот, 4 сборщика есть, так что уже можно потихонечку начать спамить. Так, ой-ой-ой. А вот это уже, ребят, немножко жестко получается. Так, запчик, окей. Эй, иди нахрен от нашего сборщика, блин, ну ты чё? Бляха-муха, смотрите, что творит-то, а что творит все мои сборщики? О, вот это прям вообще немножко нехорошо. Ладненько, сейчас X2 эликсир настанет, и я тебе скажу, чувак, что да как. Ладно, в общем, погнали. Ставим первую хижину. Есть, точнее, казарму или хижину, ну не знаю. Вот как правильно, ребят, казарма или же хижина? Вот так вот. Пока что наши варвары будут прям отдефлены, да, противником. Ну, ничего страшного, будем сейчас их хилять немножко. Вот, хильчик пошел, есть такое дело. Сейчас, прикиньте, ребят, мы будем просирать. О-о-о, а вот это будет прям жестко. 30 секунд, варвары, давайте, ребят, мы в вас верим. 30 секунд, давайте ставим еще одну хижину варваров. Есть такое дело, сейчас с запчиком поможем. Опа. Так, сейчас, прикиньте, не удастся нам, собственно. Так, варвары, давайте хотя бы одну вышечку возьмите вы там. Алло, вы чё? Так, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Алло, варвары, давайте побыстрее. Вы чё, блин? Офигеть. Вот это прям нежданчик. Смотрите, варвары прям дошли до вышечки, а чувак прям успел их отвлекать. А время у нас закончилось. И прям смотрите, какая красивая линия варваров. Ох, ну, прикольно на самом-то деле. Я ждал вот такого вот сопротивления и получил. Так что прикольно, ребят, прикольно. Так что давайте еще одну гадочку. Блин, мне это начинает прям нравиться. Так что, в общем, погнали посмотрим. На этот раз я попробую, собственно, не отдавать нашу вышечку. Потому что это, блин, жестко. Я не ожидал, что наши варвары не смогут дойти до вышечки. Вот. И при там их было прям очень много. Вот напишите, сколько варваров у нас было, да, в конце боя. И прям линия тоже была прям очень красивая. Ну ладно, ищем сейчас очередного нашего противника. Вот, так. Так, советы. И кто у нас? О, опять-таки третий чувак. КШПГ. Вот такой вот ник у чувака. Окей, нормальный такой ник. Ну ладно.
Ну, вот тут, ребят, давайте сделаем так. Я начну спамить нашими варварами прям в начале, потому что я так понимаю, что ждать X2 эликсира не имеет смысла. А вот я думал в начале спамить прям сборщиками эликсира, но в итоге оказалось, что это прям никакое значение не имеет вообще прям. Алло, чувак, ну ты будешь играть, не? Эй, не, чувак решил прям не играть, да? Да, ребятушки, по ходу дела чувак решил не играть, это немножко не очень-то хорошо. Так, чувак, ну у тебя же третий левел, куда же спускаться тебе? Ну ладно, решил не играть, так. О, не, смотрите, все-таки чувак решил играть. О, вот оно что, ребятушки, вот оно что. Ладно, раз уж решил играть, то окей. Будем как-то попытаться что-то сделать против него. И ох, варвары, красавчики, прям пошли, вообще прям топчики. Так, сейчас поставим еще один сборщик эликсира. Получился, ребят, у нас прям целая колода варвары. Точнее, карта варвары. Во! Отлично, 4 варвара прям красивенько шли так. Опа, подрывничок дефает, подрывничок, ребята, дефает. И притом таки довольно красиво. Так, минус сборщики элика. Давайте вот так вот. Чувак там пытается что-нибудь затворить, но не знаю, у него вроде как это не особо-таки получается. Так, клонируем наших чуваков. О, красавчик. Красавчик прям вообще. Так, давай, эликсирчик. Блин, ребят, не эликсирчика сейчас, прям капец как не хватает. Варвары, пошли еще варваров. Ох, еще варваров, есть такое дело. Так, ставим еще одну хижину. Блин, блин. Я что-то, ребят, нехорошо сделал, потому что... Ай-яй-яй, у меня сейчас нету этого клона, нету зеркала, ой. Все, все, одни только варвары, ребят, на карте, притом они продолжают появляться. Ну, на этот раз у нас без клонов обошлось. Ну, окей, ребят, вот как-то так получился у нас атаковать варварами. Давайте вот по традиции в конце будем сыграть боечек 2 на 2, посмотрим, что у нас из этого получится. Нашей фановой колодой, и, собственно, после этого уже будем заканчивать. Итак, вот, колода довольно-таки хорошая у нашего сокомандника. Ай-яй-яй-яй-яй. Жесткое начало. Жесткое начало. Как? Как так? Ну ладно. Ничего страшного. Сейчас мы будем. Я не понимаю, чувак на нас агнется или как? Ну, не знаю. Ладно, сейчас как-то попробуем отдефаться. И, собственно, попробуем что-нибудь тут замутить, ребят, прям классненькое. Что нам сейчас делать, я не знаю. Давайте, ладно, стрелами тут зафигарим, чтобы сборщик большого преимущества не дал нашим соперникам. Вот, так, у нас есть гигант. Ой, блин, я не знаю сейчас, что мне делать. О, а, окей. Окейшки, вот так вот. Вот так вот. Окей, 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 окей. Наш гигант живет. Наш гигант потихонечку живет. И смотрите, ведьмачок тоже дефает. Дефает прям идеально наш ведьмачок. И наши варвары, ребят, пошли, погнали. Посмотрим, что наши варвары скажут. Надеюсь, очень прям сильно надеюсь, что нашими варварами мы что-то тут сможем замутить. Не? Да? Вроде как они дошли до вышечки, но... Ну, вроде как пользы особо-таки не принесли. Ладненько. Так, зап. Валя. Окей, ставим сюда сборщик элика. Так, отдефаться от скелетиков мы сможем благодаря нашим варварам. Отлично, ребят, наши варвары прям довольно-таки хорошо действуют, если честно. Так, клонируем все это дело. О, запчик немножко не место. Ох, 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 давайте, чувачки, давайте идем в атаку. Есть, смотрите, ребят, мы сейчас такими темпами вышку даже возьмем. Ха-ха. Да, смотрите, взяли вышку идеально просто. Ха-ха. Если так пойдет, даже можем на трешечку чуваков взять. А чего нет? А чё нет? Чувак вначале прям думал, что у нас нубская колода. Но на самом-то деле нет. Так, ладно, пошли, погнали. Сейчас посмотрим. Гигантский скелет у нас еще есть. Ох, 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 ох. Ну, сборщик эликсира, если чё, дает о себе знать. И притом такие довольно-таки жестко. Такс, такс, такс. Можем клонировать все это дело. Ох, пошли, погнали. Так, хилочка, хилочка, лекаем. Ой-ой-ой, не успели немножко нормально лекать. Есть такое дело, давайте, чуваки, пошли, погнали. Вышибал у нас там еще стоит. Ох, вышибалчик, красавчик, прям вообще. Ха-ха. Нам сейчас ведьмачок не помешал бы. Так, ведьмачок, чувак, у тебя есть ведьмачок? Давай, давай-то ведьмачка.
Давай, ведьмачка, вот так вот. Так, давайте еще один запчик, вот такой вот. Есть такое дело, сейчас затащим, ребят, прикиньте. Сейчас затащим. Да, ребят, затащили, отлично, просто супер, мега жесткая атака нашими варварами. При том, что у меня ничего такого не было. Ладно, ребят, надеюсь, прям очень надеюсь, что вам ролик понравился. Если это так, то ставьте обязательно лайки. Это прям очень важно для поддержания активности канала. Так что лепите лайк, подписывайтесь на канал и по желанию поделитесь роликом со своими друзьями. Ну, будет приятно, так что буду ждать. А на этом сегодня все. С вами был, как всегда, я, Армон. Всем удачи, ребята, и всем пока.